А дорожные работы в Первоуральске выходят на финальную стадию. Сегодня строители начали укладывать асфальт на улицах Медиков и Металлургов. Капитальный ремонт главного подъезда к медгородку продолжался почти месяц. Работы разделили на два этапа. Сейчас рабочие укладывают первый слой асфальта крупной фракции, который станет основой покрытия. Затем мелкозернистый асфальт. Это для удобства автомобилистов и пешеходов. Также новый асфальт в ближайшее время появится на тротуарах и въездах во дворы. Работать на Медиков и Металлургов строители будут еще неделю, если не помешает погода. После чего начнут укладывать новое покрытие. Уже на улицах Ватутина, Папанинцев и Береговая.